Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю обзор вот этих вот свитбоксов третьей серии. Вот, это новая серия, я решила приобрести на Гиксте. И я хотела сказать, что у меня меньше просмотров моих видео, и чтобы вы смотрели видео, я вам хотела сказать, что надо нажать на колокольчик. Когда вы нажмете на него, то тогда вам будут приходить оповещения о моих новых видео, чтобы вы их смотрели. Так, ну что ж, давайте начнем. Начнем с вот этого свитбокса. Ага, посмотрим, кто же там. Кто в этом свитбоксе. Так, сейчас. Разорву. Так, сейчас. Тут уже надорванный. Так, и сейчас посмотрим, кто там. Так, вот. Вот, и это кошечка Долорес или Долорес. Такая вот кошечка красивая. Вот. Такая красивая кошечка, такая как с короной. Еще с ним идет мармелад, я его потом открою. Так, давайте откроем сразу второй свитбокс и посмотрим, что там за кошечка. Так, и нам попалась повторка вот этой Долорес или Долорес, я не знаю, как там зовут. Ну и тут, в принципе, то же самое с этой кошечкой шло. Такая вот кошка. И те же самые мармеладки. Сейчас посмотрим, что это за мармеладки. Такие же мармеладки, в принципе, как и у второй серии. Вот сейчас. А как пахнет, вкусно. Вот у нас мармелады. Как вкусно пахнет. Котята из этой коллекции. Это, так, сейчас посмотрим. Стаси Волчкова, Гуччи, Марио, Элвис, Гоша, Фанни, Шамиль и Долорес наша. Кошечка Долорес. Какие красивые очень кошечки. Мне, конечно, очень жалко, что попалось две кошечки. Я думала, какая-нибудь другая поблатится, но ничего страшного. И поставьте лайк, если вам нравятся мои кошечки. И всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!